После того, как нардепы завершили работу, на сайте парламента появились два президентских законопроекта. Первый о реинтеграции Донбасса, и в нем президент действительно предлагает признать часть Донбасса оккупированной территорией, а Россию страной-агрессором. Есть еще ряд новаций. Передать командование АТО под контроль Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Наделить главу государства правом вводить военное положение не только в зоне АТО, но и на других территориях страны. Второй президентский законопроект об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Документ предусматривает продление особого статуса Донбасса еще на год.